смету по благоустройству средних террас парка сразу были заложены средства на ремонт системы дренажного водоотведения, потому что без проведения этих работ укладка брусчатки не имела смысла. Но когда работы в парке начались, стал понятен масштаб бедствия. За десятки лет система пришла в полную негодность, а в некоторых местах вообще отсутствовала. Лестница тоже разрушилась, было принято решение о ее полной замене. В парке «Дружба народов» мы октябрь-ноябрь работы закончили, но, к сожалению, оползневые мероприятия, которые произошли, подвижки грунта в ноябре, в октябре, привели к тому, что нам пришлось часть плиточного покрытия и лотков сейчас перекладывать. Строители уверены, дренажная система работает удовлетворительно. Вода нигде не застаивается. Там, где это происходило, ремонт проведен в полном объеме. Прохожих стройка не беспокоит, ей даже радуются. Мне кажется, этот парк очень нужен этому городу, всем жителям, поскольку не так много территорий приятных, где можно проводить свободное время. И этот парк не просто место для отдыха, но еще и замечательная площадка для проведения различных мероприятий, фестивалей, в том числе летучий корабль, который проводился в прошлом году. Здесь много людей, особенно весной. Скоро 9 мая, и я думаю, что этот парк будет необходим. Если, конечно, они вложатся в сроки, все сделают, этот парк понравится людям. Парк нужен, и работы тоже нужны, потому что в этом парке можно проводить время. Студентам гулять, мамочкам с детьми, собаками гулять. В общем, этот парк полезен для города, и ремонт тоже необходим. Чем больше таких, ну, видов, возможностей выйти куда-то, разнообразить, тут уже тоже начинает гулять по одному месту, как другое, там больше, чтобы воздух свежий был. Здесь машина, а там нет машин. Сделать парк пригодным для прогулок строители надеются через полторы недели, к 1 мая. Никаких подвижек грунтов ни на сантиметр сейчас не происходит. Осталось сделать только красоту, навести, поставить плиточку, поставить перила. Вы видите сейчас, вот столбы, световые столбы установлены. Некоторые столбы, конечно, имеют небольшое отклонение, сейчас мы их выправляем, но тем не менее они все на всех горят, и вы можете вечером спокойно прийти и посмотреть, насколько красиво у нас в парке, как замечательно будет, ну, я думаю, к первому мая, если мы успеем, то будет здорово. За дренажную систему строители первой очереди парка отвечают. Что происходит ниже по склону с дренажными трубами, пока специалистами не исследовано. Точных данных о метраже, суммах, количестве материалов пока никто дать не может. Не станет ли это миной замедленного действия? Строители уверены – нет. Люди не задумываются, власти опасаются. Павел Половов, Александр Кудряшов, репортер 73.